Почув нещодавно таку фразу, що в основі кожної містики є цифри. Отак, це дивно. Сьогодні ми гороскоп з вами вже почули, знаємо, чого очікувати від наших зірок. А тепер з нашою гостею Ноною Мусалян, нумерологом та майстром у усвідомленого розвитку, дізнаємося, які ж цифри, друзі, мають значення у вашому житті. Дякую, що ти розділяєш цей ранок в нашій компанії. Мені теж дуже приємно. Привіт. Так, Ноночка, хочеться одразу запитати, які цифри можуть розповісти про життя людини? От на що спочатку потрібно звертати увагу? На які цифри? На яке число, щоб чоловік зрозумів, для чого він, хто він там і так далі? Так. Ну, во-первых, число рождения. День рождения человека – это его черта характера. Это даже называется число характера в нумерологии. То есть это то, что ему дает проявление внешнее в этом мире. Так. Есть еще число жизненного пути. Это иначе? Это другое, да. Есть также число судьбы. Есть число зрелости. Их очень много, на самом деле. Это все нумерологическими просчетами можно составить и посмотреть в карте рождения человека. Так. Ти знаєш, мені дуже цікаво, от просто різні категорії чисел є. От я розумію, у мене число 28, це число, в якому я народився. Да. Але чомусь мені подобається цифра 10. Тобто я до 8 приплюсував 2 і отримав десятку. А якщо ми до однозначного числа, його, то це 1. То це єдиниця, да. Ми з тобою на прошлому ефірі говорили про лідерство твоє. Так. Да. Угу. Добре, як тоді зрозуміти мені мою долю, ну і нашим глядачам? Як це правильно вирухувати? Как правильно понять какие-то моменты, да? Так. Я тоже в предыдущий раз говорила, что у меня есть образовательный канал мой, «Путь Ом» называется. Там я даю для самостоятельного просчета человеку формулы элементарные, чтобы понять, кто он, для чего, какое число жизненного пути, какое число характера. Но все-таки я бы рекомендовала обращаться к нумерологу на консультацию для того, чтобы получить полностью информацию. Потому что все-таки числа – это тоже информационная структура. И человек состоит сам тоже из определенной, скажем так, информации. Я вот недавно об этом статью писала, что все-таки у нас есть генетический код, у нас есть ДНК, у нас есть дата рождения, есть энергетика, есть физика. То есть очень много есть моментов, из которых и все равно человек – это разумная энергоинформационная структура. И если нумеролог умеет именно работать не просто как математика, это не сухой просчет, а вот метафизика чисел. Давай докладніше. Метафізика числа. І вміння розшифровувати інформаційне, от чувствувати інформаційне поле, отримати ту інформацію. Іменно ту, яка нужна в момент консультації тобі. Так. Чому іскусственний інтелект не може все одно дати ту інформацію, яку чоловік отримає на консультації? В чому різниця? Тому що на самом деле ведь можна в Google забить квадрат Пифагора, ввести туда свою дату, нажать кнопочку, и тебе эта табличка выбьется, да, ты можешь почитать какие-то характеристики, но это будет все равно очень сухая, сжатая информация. А для того, чтобы конкретно, индивидуально получить информацию для тебя, рекомендується все-таки бути з живим чоловіком. Це такий цей людський фактор, все ж таки має важливе значення. Звісно, все одно це взаємодія енергетична і зчитка поля інформаційного чоловіка. Так, я зрозумів. Ну тут є одне таке питання, яке хвилює в основному дівчат, але все ж таки більшість чоловіків до цього тепер теж якось, знаєш, розположені. От чи як правильно вирахувати дату, ну чи можливо взагалі вирахувати цю дату, коли там або приймати важливе рішення, або навіть укладати шлюб? Да, звісно, ко мені звертаються з такими питаннями пари. В основном жінки, но мужчины тоже. Мужчины также, кто заботится о дальнейшем развитии событий. Ну, мы просто, чоловіки, знаєш, звикли прораховувати наперед. Да, мужчины ж больше аналитики, женщины чувственные. Ну, смотря там тоже, это тоже индивидуально, не всегда так. Вот, если мужчина творческий, то он больше в состоянии даже бывает эмоций, чувств там, и так далее. Женщина может быть аналитическим, ну, такая по своему складу и характеру. Конечно же, можно. Это берется дата рождения, допустим, жениха и невесты. Так. Смотрятся благоприятные периоды. Они задают в любом случае какой-то отрезок времени. Например, там, мы хотели бы летом. Посчитайте нам период там, в июле, в благоприятный, в августе. Это все имеет значение для дальнейшей жизни. Это однозначно. Так.
И астрологи это делают, и нумерологи. То есть это все можно скорректировать, естественно. Тобто, вибачте, я уточнюю, виходить, що у астрологів це ось цей місячний календар, коли там сьогодні місяць у тій фазі, сьогодні ідеальний день, там, наприклад, для того, щоб розписатися. Це смотриться ще по розположенню планет в натальній карті чоловіка і жінки, і мужчини. А в нумерології учитується число персонального года, місяць, третичний цикл житті, там определенно є просчети. Вот. И это, естественно, влияет на дальнейший ход развития событий. Понятное дело, что любовь, она всеисцеляющая, если это на самом деле чувство, если это не какой-то брак по расчету там, или еще какой-то момент такой, знаете, потребительский, что ли, я не знаю, как это сказать. Это классика. А здесь, если, конечно, понятно, что любовь, она вообще всеисцеляющая тут и всепоглощающая, там, да, условно говоря. Но все равно для того, чтобы сформировались лучшие события, хорошо бы просчитать. Потому что, допустим, там, если у человека девятый год, девятка – это завершение, а он хочет начать, да, создать семью. Не треба. То есть лучше этого не делать. Ну, потому что могут быть потом какие-то последствия. Или если это пятый год, а пятерка – это вообще символизм свободы. Может быть так, что человек… Ну, было такое в моей практике. У людей там уже стояла запланирована, это не клиенты мои, а знакомые, хотели уже расписываться, все, у него там четное было число и такое семейное, у нее пятерка. Так. И она просто-напросто передумала, она решила, а зачем мне расписываться, я не хочу. Я хочу пожить еще там. Речь идет о том, что вибрация числа имеет такое свойство влиять на человека. Это мы не можем это сами, как вы знаете, проконтролировать, да, или скоординировать. Оно автоматически включается. Вот как тройка, например, она дает очень много флирта, знаков внимания. Там есть риск разрушения отношений в этот период вообще. Просто бессознательного разрушения семьи. Вот человек просто решил, что он хочет. Такое тоже бывает. Ну, это смотрится в циклах жизни кульмінаційних, это смотрится, там целая система просчетов. Нон, от ти мені скажи, Как, знаете, предупрежден, вооружен. Если ты знаешь, нумеролог может дать информацию, а человек принимает решение, он будет это использовать или он, скажем так, забьет на это, и сделает, вот хочу сейчас, и все. То есть это уже выбор и воля человека. Никто не имеет права все равно никому ничего диктовать, но если человек обращается, наша задача как специалиста дать эту информацию и направить. Тут є один такий важливий момент. Ми з тобою тільки що поговорили про п'ятірку, і як знайома твоя відмовилася. І от я зараз згадую просто ті життєві ситуації, коли хлопець в шоці, тому що все було нормально, все складалося за планом, а вона приходить і каже, ні, все, до побачення, телебачення. Да. Тобто це все ж таки залежить від цифри конкретної. Тобто, може так проігратися. Важливо враховувати. Це важливо, так. Да, поэтому эти знания очень помогают, как путеводитель, твоя навигация по твоему жизненному пути. Или, например, есть те моменты, когда не стоит начинать новые проекты. Лучше подождать какой-то месяц, там, какой-то определенный промежуток времени, и чтобы потом это все стартануло. Чтобы из стартапа это переросло в какой-то глобальный там, да, проект успешный. Если пренебрегать этими советами, ну, человек все равно, это же ответственность человека. Ну так, звісно. Вот, как бы. Просто не всі це розуміють, розумієш, в чому ще парадокс? Да. Бо ми ж звикли когось робити винуватими, не самі. Ну, это перекладывание ответственности. Ну, да. Це ж класика жанру. Это да. Это не инфантилизм и незрелость. Так, добре, давай, ми з тобою поговорили про цифру 5. Да. Мене по життю переслідує цифра 6. Завжди. Шоста квартира, шостий поверх, как адреса интересно. 33, 3 плюс 3, 6. Клас. Про що це може значити? Да, 33, 6 – это вообще очень сильное число. Это число мастерское. Число учителя высшего порядка – это такие вот коды, которые были там у Серафима Саровского. Ого. То есть у таких вот людей, которые были очень… Так духовно розвинуті? Да, да, такі одухотворені люди, у которых була связь непосредственно з істочником, ну, можемо так говорити, да.
сильные числа, для тебя это может проиграться как, допустим, покровительство твоих духовных наставников, кураторов, которые есть в непроявленном мире, твой ангел-хранитель, как люди любят говорить. Шестерка — это вообще символизм любви, красоты, гармонии. Это как бы задача человека — научиться любить и принимать, безусловно, партнеров. 33-6 — это тоже, кстати, есть такая задача. Это постоянный труд над собой. Принятием, да, я бы так сказала. Очень интересно, интересно. Ну, ти, наверное, это ощущаешь. Кожного дня. Серйозно, це так. Я просто от після першого нашого ефіру... Шестерки – це така, я вже, по-моєму, навіть на прошлому ефірі об этом говорила, з цим треба подружитися, прийняти. Там судьба не завжди проста, якщо у чоловіка є це в карті. Но зато потом он будет вознагражден, если он пройдет эти все ступени. А если у тебя шестерки просто тебя преследуют, это значит, что, там, допустим, у тебя... Ты женат вообще? Ну, от ми скоро будемо розписуватися. О, прекрасно. Якраз так. Вот, я имею в виду, что, возможно, как-то, если ты отследишь события, совпали, что ты там переехал в эту квартиру, у тебя там появились серьезные отношения там или еще что-то. Шестерка — это все-таки знак именно семейный. Угу. Семейный. Я просто зараз розумію, наскільки все співпало. Дивись, у мене адреса 33, тут просто 3 плюс 36. Шостий поверх. Так. Квартира 321, 3 плюс 2. І плюс один, да, шість. Да. І попередня моя адреса теж квартира 6. Как интересно. Ну так. Это говорит о том, что, во-первых, союз по любви, на самом деле, и только по любви. То есть не размениваться на случайные связи, не распыляться, а вот именно отказаться от этих случайных каких-то интрижек. Ніколи не виходило, розумієш, в чому справа? Да. От, скільки намагався, ніколи не виходило. Угу. Чтобы именно быть любим, и тогда у вас и ребенок будет однозначно. Это знак еще того, что ребенок будет талантливый и... О. Интересно, потом будет через пару лет встретиться и узнать, так? Да, да. И как ваше продолжение, вот этот человек, который будет, придет в ваш союз и будет вашим продолжением вашей любви, я имею в виду, как бы. Это вот такая характеристика. У меня аж мурашки по коже. О, ну, мене, до речі, також, тому человек що, знаешь... сверхчувствительный, поэтому как бы я это все могу прочувствовать. Ти знаєш, був вражений ще після першого ефіру, коли ти сказала ті речі, ну, ти не могла їх просто знати, бо бачилися ми вперше. Ну, звісно. І от згідно цифр, ти сказала все абсолютно точно. Угу. Ну, скажи, цікаво ще, як правило, які люди звертаються до нумеролога? От в основному, які твої клієнти? В основному, звісно, це жінська аудиторія. Так. Звісно. Мужчини більш скептики. Угу. Но попадаю на консультацію, было такое, что, ну вот у меня есть такая услуга, есть у меня определенный мой там бренд-бук, скажем, да, и у меня есть сертификаты на консультацию мою. И женщины иногда мужьям своим дарят. Так. И приходит этот муж, значит, с сертификатом, садится и думает, ну давайте, удивите меня. И я раскладываю его по полочкам, и, естественно, мужчина в шоке, потому что он не знал, что я что-то не знаю этого человека, жена мне не рассказывала. Угу. Все есть вот в сценарии жизни. И, естественно, вектор, который я могу задать на своей консультации и направить человека, 90% случаев человек слышит, и у него начинает меняться жизнь. Я не преувеличиваю. Так. Мне даже люди начали уже говорить некоторые, что после того, как они попадают ко мне на консультацию, у них меняется жизнь. Угу. Но я об этом знаю, но я не как бы... не хочу об этом громко говорить, потому что нам ничего не принадлежит. Это просто определенный дар. Так. И я как проводник есть в этом мире для того, чтобы помогать людям. Все, это моя задача. И мне абсолютно не важно, кто ко мне придет на консультацию. Президент, премьер-министр, дворник, там, не знаю, завхоз и так далее. Я вообще людей не разделяю абсолютно на какие-то статусы. Но в основном аудитория, конечно, женская. И в основном с вопросами личными, по отношениям. Ох, це особисте життя, вони давно не дає спокою. Макс, личная жизнь очень влияет на всю жизнь.
Вот я уже в этом убедилась. И на успех? И на успех, конечно. Угу. Фундамент – это нет баланса. А баланс – это основа жизни. Если какая-то сфера жизни не сбалансирована, но все начинается с семьи, с фундамента. Угу. Есть люди, у которых задача, это видно тоже в карте рождения, не стоит задача там строить семью, он вообще такой... Аскетизм у него прям какой-то. Ну, трудоголик, какой-то, давай так. Да, или человек, который просто, но это очень редко бывает. В основном все-таки человек, если разбалансированный, у них какой-то раздрай в отношениях, это очень отражается. Отражается на реализации, на финансовых потоках. Ну, нет баланса, нет гармонии, не может быть. Все равно мы созданы... В нас есть инь-янь, да? Так. Мужское и женское. Так. Все равно есть мужчина и женщина. Все равно есть вот это вот момент, этот баланса, он должен быть. Я зрозумів. И главное, чтобы еще не было подмены ролей. Что сейчас очень часто. Каждый второй, третий, четвертый, я не знаю, у всех постоянно. Тот маму искал вместо жены. Та шукала батька. Да. То есть, как бы, даже если мы вот поговорим про сам наш год, 2021, это год, который расставил все точки над «и» в отношениях. Объясню, почему. Это год черной луны, так. Это астрологический такой момент. И там, где, во-первых, любовные треугольники, это первое, то, что могу сейчас озвучить, аудитории то нашей, да? Треба бути готовим, що третє з'явиться в ваших відносинах. Если есть любовные треугольники, в этом году это обязательно проявится. Так. То есть тайна станет явной. Это однозначно. Прекрасно. Там, где тонко, там рвется. Если отношения уже были, висели на волоске, если люди просто друг друга терпели, там, знаешь, как есть. Но очень много пар. Я вот бывает смотрю, человек с потухшими глазами сидит на консультации. Я его спрашиваю, ты любишь этого человека? А я не знаю. Там, а мне удобно. То есть люди выбирают комфорт, а не любовь. Или еще что-то. Так. А мы сейчас идем в мир... новый, абсолютно. Я об этом на предыдущем эфире так. говорила. Про квантовый переход, про частоты, которые повышаются, вибрации нашей планеты. И это все напрямую взаимосвязано с таким понятием, как любовь. Любовь, так. Да. И те пары, которые в этом году расходятся, их обязательно ждет половинка. То есть я ни в коем случае не даю никогда рекомендации разрушать. Я как бы не имею права не давать кому-то оценку, не давать каких-то таких советов разрушительных. Человек сам принимает решение. Но если вы чувствуете, что вот все, мы свое как бы изжили, карму отработали, то все, я не знаю. То и можно и завершивать. Лучше спокойно завершить, отпустить друг друга, поблагодарить и понимать, что человек, и мужчину, и женщину ждет его человек. Это любовь на новом уровне. То, что нас ждет вот так. в будущем. Ноночка, я тобі дуже вдячний за те, що ти завітала до нас у студії. Дякую тобі, по-перше, за цифри, по-друге, за змістовну розмову. Ми сьогодні не встигли проговорити за півроку, на попередні півроку, що нас очікує. Друзі, проте, ми зустрінемося ще з Ноною в наших ефірах. Ми поговоримо, звісно, про те, чого очікувати у вашому житті від ваших цифр. Точно знаю, переглянуте відео вам сподобалось. Тож, аби не пропустити ще багато цікавого матеріалу, на YouTube-каналі «Правда тут медіа» потрібно підписатися, поставити лайк, обов'язково написати приємний комент та увімкнути дзвіночок. We'll be right back.